уже осень, ага, только приходит. Ага, только где твои девочки? Пойдем их поснимаем. Фотографируем на видео красиво. А вон там сзади малыш стоит в заднем плане. Родился в этом году. Уже в зимней шерсти. Летом они рыженькие косули, а зимой такие серенькие. И в саде зеркало уже белое почти что. Рогатулька к зиме готов. Вон там бегают, самочка побежали. У них тут периодически бега проходят. Вот самец косуля во всей красе. Такие же у нас живут в заграде, за оградой. А, лосем повысили ограду, сделали такое окно 50 сантиметров повыше. Почему? Потому что лось большой уже, он даже перешагнул эту сетку, к ладям перешел. Вот поэтому повышаем, чтобы не перешли ни к косулям, ни к ладям. Олежки, олежки, уже шерсть слазит, бегут. Бегут. Северный олень. Хвост и копыты. Что у коров широкие. Опять просто так фотографировать, да? Пятнистый олень в осеннем парке. Такой мальчик серьезный. Ну-ка подойду к нему поближе. Рожки мы им подпилили, чтобы никого не поранили. Вот он уже себя ведет так. Ну понял, понял. Отгоняешь, да? От своего стада. Ладно, не буду тебя тревожить. Красавец, красавец.